Hi my friends, we continue our playlist. Let's translate. Это очень хорошая альтернатива этому методу. Это очень хорошая альтернатива. It's a very good alternative этому методу to this method. It's a very good alternative to this method. Честно, я не знаю, как сказать это. Честно. Honestly. Или также можно сказать быть честным. Это to be honest. Я не знаю, как сказать это. I don't know how to say it. Honestly, I don't know how to say it. Говорят коротко, у меня был блестящий результат. Говоря коротко или сказать коротко. To put it briefly, или даже можно сказать to put it shortly, у меня был, I had, блестящий результат, a brilliant result. То есть смотрите, to put it briefly, также мы с вами говорили to put it shortly, как еще можно сказать это? To put it shortly. В принципе, встречаются и to say, но более естественно говорят to put it shortly, или просто коротко. Коротко это мы говорили briefly, или также shortly, коротко. А если коротко говоря, тоже можно сказать briefly speaking, shortly speaking, или как вот здесь, to put it briefly. Это, мне кажется, даже более продвинутая фраза, потому что нужно догадаться, что to нужно поставить и еще put. To put it briefly. Далее. Говорят коротко, мне нужно выучить это наизусть. Говоря коротко, опять можно использовать ту же самую фразу, как здесь. To put it briefly. Или другие фразы, что мы с вами говорили. Мне нужно выучить это наизусть. I need to learn it by heart. To put it briefly, I need to learn it by heart. Он часто приходит на эти уроки поздно. Он часто приходит. He often comes на эти уроки to these lessons поздно, late. He often comes to these lessons late. Я хотел бы прокомментировать этот ответ. Я хотел бы прокомментировать. I'd like to comment этот ответ on this answer. I'd like to comment on this answer. Я полностью удовлетворен своими результатами. Я полностью удовлетворен. I am fully satisfied своими результатами with my results. I'm fully satisfied with my results. It's a very good alternative to this method. Honestly, I don't know how to say it. To put it briefly, I had a brilliant result. To put it shortly, briefly, shortly speaking, to put it briefly, I need to learn it by heart. He often comes to these lessons late. I'd like to comment on this answer. I am fully satisfied with my results. Быть откровенным, я не ожидал это. Быть откровенным, to be frank, я не ожидал это. I didn't expect it. To be frank, I didn't expect it. Быть честным, это не оправдало моих ожиданий. Быть честным, to be honest, это не оправдало, it didn't live up моих ожиданий to my expectations. To be honest, it didn't live up to my expectations. Я ищу эту информацию сейчас.
Я ищу. Можно сказать I'm searching. Или также можно сказать I'm looking for эту информацию. I'm looking for this information. Information. Значит, look for встречается намного чаще. Но search for тоже имеет место. I'm looking for this information. Счастье часто ассоциируется с деньгами. Счастье, happiness, часто ассоциируется, is often associated с деньгами, with money. Happiness is often associated with money. Далее нужно использовать прилагательное. Я обожаю английский. I'm fond of English. I'm fond of English. Или можно сказать, я обожаю изучать английский здесь. Тогда будет I'm fond of learning English here. I'm fond of learning English here. Чем ты обеспокоен? Чем? What? Ты обеспокоен? Are you concerned about? What are you concerned about? Чего ты боялся? Чего? What? Ты боялся? Were you afraid of? What were you afraid of? Я не удовлетворен своими достижениями. Не удовлетворен в одно слово. Я не удовлетворен. I'm... Вспоминаем. I'm не удовлетворен в одно слово. Dis satisfied своими достижениями with my. Еще очень, значит, важно следить за правописаниями, потому что многие не следят, и сразу несколько ошибок, аж несколько. Такие здесь, наверное, ошибки, видите? Achievements. Тоже очень важно. I'm dissatisfied with my achievements. Или также с помощью отрицания I'm not satisfied with my achievements. В реальности это не работает. В реальности in reality это не работает. It doesn't work. In reality it doesn't work. Я не привык делать это. Дословно, я не привыкший. I'm not used делать это. To doing it. I'm not used to doing it. Это же еще можно при слово не used, а accustomed. Тогда получается I'm not accustomed to doing it. To be frank, I didn't expect it. To be honest, it didn't live up to my expectations. Здесь, в принципе, можно усилить. Не просто сказать, это не оправдало, это вовсе не оправдало. Тогда будет at all. To be honest, it didn't live up to my expectations at all. I'm looking for this information. Happiness is often associated with money. I'm fond of learning English here. What are you concerned about? What were you afraid of? I'm dissatisfied with my achievements. In reality, it doesn't work. I am not used to doing it. I am not accustomed to doing it. Он виновен в этом. Он виновен. He is guilty в этом of it. He is guilty of it. Быть точным. Он сделал две ошибки. Быть точным – это to be precise или также to be exact. Он сделал, he made две ошибки. Two mistakes. To be precise, he made two mistakes. To be exact, he made two mistakes. Достаточно интересно, я не сделал какие-либо ошибки вовсе. Достаточно интересно. Interestingly enough, я не сделал, I didn't make какие-либо ошибки вовсе. Any mistakes at all.
Interestingly enough, I didn't make any mistakes at all. Его обвинили в очень серьезном преступлении. Его обвинили. He was accused. В очень серьезном преступлении. Of a very serious crime. He was accused of a very serious crime. Я полон оптимизма. Я полон. I am full of оптимизма. Optimism. I am full of optimism. Это будет объяснено в конце. Это будет объяснено. It will be explained в конце. In the end. It will be explained in the end. Я вижу его время от времени. Я вижу его. I see him время от времени. From time to time. I see him from time to time. Это типично для нее. Это типично. It's typical для нее of her. It's typical of her. Я обнаружил эти уроки только вчера. Я обнаружил эти уроки. I discovered these lessons только вчера. Only yesterday. I discovered these lessons only yesterday. He is guilty of it. To be precise, he made two mistakes. Or to be exact, he made two mistakes. Interestingly enough, I didn't make any mistakes at all. He was accused of a very serious crime. I'm full of optimism. It will be explained in the end. I see him from time to time. It's typical of her. I discovered these lessons only yesterday. Удивительно, как это может показаться. Удивительное значение неожиданно. Удивительно. Surprising. Как это может показаться. As it may seem. Surprising as it may seem. Они нашли друг друга. Они нашли. They found друг друга. Each other. Surprising as it may seem, they found each other. Я поистине впечатлен его выносливостью. Я поистине впечатлен. I'm truly impressed его выносливостью. By his endurance. I'm truly impressed by his endurance. В чем они обвиняли его? В чем? What? Они обвиняли его? Did they accuse him of? What did they accuse him of? Он гордится своими результатами. Он гордится. He is proud of своими результатами. His results. He is proud of his results. Это напоминает мне о моем прошлом. Это напоминает мне. It reminds me о моем прошлом. Of my past. It reminds me of my past. Далее нужно использовать прилагательное. У него аллергия на это. У него аллергия. He is allergic на это, to it. He's allergic to it. Я устал от этого. Я устал. I'm tired от этого, of it. I'm tired of it. Вопрос. От чего ты устал? От чего? What? Ты устал? Are you tired of? What are you tired of? Я имею в виду, что
намного больше может быть сделано. Я имею в виду, что I mean that намного больше, much more может быть сделано. Much more может быть сделано, can be done. I mean that much more can be done. Surprising as it may seem, they found each other. I'm truly impressed by his endurance. What did they accuse him of? He is proud of his results. It reminds me of my past. He is allergic to it. I'm tired of it. What are you tired of? I mean that much more can be done. My friends, thank you very much.